только в этом году на территории области уже произошло 2 дорожно-транспортные происшествия с участием маршрутных транспортных средств. Это Сокольский и Шехнинский район, в результате где погибли люди. И хотел бы всем пассажирам, которые именно осуществляют как выезд в город Вологду, передвигаться на личном автомобиле или на железнодорожном транспорте. Считаю, что это будет безопаснее. То есть, как показывает анализ, перевозчики, которые осуществляют перевозку пассажиров, нарушают правила дорожного движения, пренебрегают требованиям перевозки.